Наринмарт Дорнимстрой подвел итоги работы за первое полугодие 2014 года. Результаты неутешительные. Доходы предприятия уменьшились, а кредиторская задолженность продолжает расти. На сегодняшний день основными проектами предприятия являются строительство дороги Наринмарт-Тельвиска, обеспечение транспортной инфраструктурой поселка Старый аэропорт, а также работы по содержанию автомобильных дорог. Доход предприятия за январь-июнь составил 50 миллионов рублей. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кредиторская задолженность предприятия сегодня составляет 120 миллионов рублей. Самые крупные задолженности перед перевозчиками грунта и щебня, которые работали на строительстве дороги Наринмарт-Тельвиска и поселка Старый аэропорт.